Заказали посылку с Китая. Смарт-часы. Вот они, красавцы. Компактная коробочка. Умные смарт-часы TheBlaze GTS. Данные смарт-часы умеют измерять кровяное давление, кислород в крови, пульс, а также здесь имеется шагометр, громкая связь, меню на русском языке, также есть украинский язык, погода, здесь встроенный динамик, громкая связь, время активной работы аккумулятора 7 дней, в режиме ожидания 10 дней. Заряжается 1,5 часа. Не совсем удобная прищепка. Таким образом заряжаются часы. Аккумуляторная батарея на 240 мАч. Поддерживает Android 4.4 и выше. И iOS 8.0 и выше. Экран 1,54 дюйма. Для того, чтобы их подключить к телефону, нужно скачать приложение Dafit. Здесь больше ничего не требуется, кроме того, что нужно включить Bluetooth и GPS-навигацию. Часы автоматически подключаются. По умолчанию стоит русский язык. Можно переключать языки. Вначале нужно обновить ПО. Значит, циферблаты меняются мгновенно. Часы работают молниеносно. Ну, давление, чтобы проверить, нужно подключить медицинский прибор, тонометр и сверить показания. Чтобы получать уведомления на браслет, вам нужно зайти в меню часов, выбираем уведомления, опускаемся вниз, и здесь галочка «Другое», нам нужно ее активировать под меню, где нужно поставить галочку о том, что мы даем доступ TheBlaze к телефону и к другим приложениям. Так как в основном меню здесь нету приложения Viber или Telegram. Благодаря таким действиям вы сможете получать уведомления на часы прямо у вас на руке. Ссылку на данную модель оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ответим взаимностью.